Так, сегодня я хочу вам показать, сколько можно заработать на самогоне. Играл на карте Swap Agro и наделал самогона. Короче, тут литров где-то 7920, по-моему. Вот. 220 ящиков, ребята. Вот. Ну и мы его продадим. Сейчас поедем, посмотрим, сколько это все стоит. Заводим машину и едем на точку продажи. Я выбрал продажу самую подороже. Сейчас мы заедем, продадим и посмотрим, стоит ли гнать самогон. Интересно просто. Просто интересно, ребята. Вот у нас показано 220 литров. То есть не литров, а ящиков. А в каждом ящике по 36 литров. Ну, и считаю, выходит 7920 литров. Это ого-го. Мне просто интересно, сколько это все будет стоить. Так мы по-быстрому заедем. Заедем на эту точку продажи. Продадим и посмотрим вместе с вами, сколько же она потянет. Все, едем в лето. Так, и вот у нас впереди находится точка продажи. Подъезжаем к магазину. И мы это все сейчас будем у нас в магазине. Так, вот сюда подъезжаем, подъезжаем, подъезжаем. Аккуратненько. Блин, не ту кнопку нажал. Какая у нас кнопка выбора? Маркер Б. Маркер Б. Так. Ставим маркер, ребята. И пробуем, разгружаем и смотрим, сколько мы заработали. У нас как. Разгружаем, короче. Опа. Разгрузили. Получили 113 тысяч. Ага, еще не совсем. Не все залезло. Сейчас мы толкнем. Тридцать восемь. О! Тут, короче, много еще, ребят, остается. Не все влезло, оказывается. А мы сейчас делаем вот так. Подбором подберу и опять продам. Там было 113 плюс 38. Считаем, ребята, сколько. И все,
быстрее. Так. Сейчас, секунду. Выгружаем. И что 9. Так, 13,39. Короткий 38. Там 45. 50. Ну, 1000 где-то, ребята, 160 примерно. Примерно 160. Так, да. Примерно, да, примерно 160 мы имеем полного прицепа самогона. Не знаю, много или это или немного, но чтобы его сделать, ребята, ушло у меня время очень много. Где-то, наверное, год, чтобы сделать полный прицеп самогона. Так что вот так, ребята, мы сегодня узнали, сколько стоит полный прицеп самогона. Примерно 160 тысяч рублей. Так что гоним самогон. И всем пока.